Это ты. Я слышал о тебе. Ты пытаешься возродить Орден Рыцарей Девяти, так? Меня зовут Кародос Ахалин. Как и ты, я служу Девяти. Служу Зенитару. Я пришел сюда в поисках его булавы. Однако я не смог пройти испытания. Я не крестоносец. Но это не значит, что я не могу служить Зенитару. После недавних атак я взялся защищать часовню. Я неплохо владею мечом и всем сердцем буду служить Девяти, чем только смогу. Как говорят легенды, когда пеленал Вайтстрейк был повержен айлейдами, в поселок людей Леовин явился гонец и принес булаву как послание. Веками позже мастер-ремесленник святой Каладос, отдавая дань этой легенде, построил часовню Зенитара в Леовине. Когда святой Каладос был погребен, тех, кто молился Зенитару в его гробнице, стали посещать видения булавы крестоносца. Как говорят легенды, когда пеленал Вайтстрейк был повержен алейдами, в поселок веками позже мастер-ремесленник, когда святой Каладос был... Из первоначальных божеств Зенитар считается самым близким к миру смерть. Некоторые легенды гласят, что Зенитар тесно связан с Кинарет. Эта идея поддерживается тем, как взаимодействуют два царства этих богов. Ремесленники, почитающие Зенитара, могут с выгодой для себя создавать нечто из материалов, принадлежащих миру природы Кинарет. Эти двое сосуществуют в гармонии. Мир природы дает материал для мастеровых. Нельзя почитать Зенитара, не признавая власти Кинарет. Пока.
сопутствовала ли удача поискам булавы? Береги себя. Один средний эликсир исследования. Вот, держи. Эй, рад видеть тебя опять. Как я и обещал, средний эликсир исследования готов. Используй его с умом. У меня есть еще, но по высокой цене. Если тебе это интересно, конечно же. Эй, рад видеть тебя опять. Воистину, тебя можно назвать непревзойденным исследователем. Только подумать, тебе действительно удалось найти еще 30 корней. Я потрясен. Как ты, наверное, догадываешься, чтобы создать великую версию эликсира исследования, понадобится еще больше корней Нирна. 40, если быть точным. Удачи! Да? И, как всегда, ты можешь забрать свой бесплатный эликсир через 24 часа.
Так-так, это сюрприз для меня. Я думала, ты ручная собачонка Травина, делающая все, что он скажет. А вот ты здесь. Это хорошо, что ты, наконец, видишь свет в конце туннеля. Наше дело только выиграет от твоей помощи. Что? Ты здесь, чтобы вернуть его Травину? Ох, дорогуша, боюсь, ты пытаешься прыгнуть выше своей головы. Я не подчиняюсь Травину. Я прислушиваюсь только к словам Манимарко. Когда он получит этот амулет, его мощь возрастет, и Травин не сможет встать у него на пути. Ты же, боюсь, к тому моменту вообще не сможешь стоять. Обещаю, все будет быстро. Мне бы хотелось сохранить твое тело, чтобы Манимарко мог высосать мозг из твоих костей. Доброе утро. Что новенького? Говорят, что король Хелсет заключил союз с домом Дресс. Вместе они растащили по кускам то, что осталось от Индарила. Пора завязывать с этим Элем. Береги себя. Приветствую, Калавианс.
Еще увидим. Салют, сэр рыцарь. Мы с братом услышали, что основан Святой Орден Рыцарей, и хотим предложить тебе свои мечи. Мы проделали долгий путь из Скайрима, чтобы присоединиться к тебе. Мы никогда не были рыцарями, но мы научились быть солдатами за годы в Легионе. Ты принимаешь нас? Ты не пожалеешь. Ты убедишься, что мы честны и отважны. Я вернусь, как только экипируюсь как следует. До встречи, сэр рыцарь. Командир. Приветствую, сэр рыцарь. Здравствуй, сэр рыцарь. Как дела? Что интересно? Что ты хочешь? И пару дней назад мне повстречался грязевой краб. Гадкое создание. По крайней мере, они медлительные и не очень умные. Однако клешни у них очень острые. Разве я не сказал, что мы еще встретимся? Я здесь и готов служить. Я вступлю в твой орден, и вместе мы дадим отпор тем, что угрожают девяти. Слава девяти! Мое место здесь, с тобой. Я хочу исправить совершенные ошибки и посвятить всего себя вере. Если пожелаешь, я присоединюсь к ордену и буду служить девяти вместе с тобой. Что скажешь? Спасибо, это много значит для меня. С твоего позволения я подберу необходимое снаряжение. Командир? Приветствую, сэр рыцарь. Командир. Сергиус Терианус к вашим услугам. Я встретил Тедретта, и он сказал, что здесь нужен кузнец. Для меня будет честью оказать любую услугу, которую я смогу. Если нужно что-то починить, буду рад. Пока. Салют, командир. Привет. Ты смеешь приблизиться к моему святилищу, дитя света? Ты, кто ходит по этому миру, купаясь в лучах теплого и жестокого солнца? Докажи мне, что ты заслуживаешь моей благосклонности. Ванги мои забытые долгое время жили в мире и спокойствии. Они поклоняются мне из тьмы, наслаждаясь нищетой и грязью. Но теперь кое-кто пытается залить светом их тьму. Жрецы Аркея вторглись в их убогий приют. Я хочу, чтобы ты помог моим забытым убить этих жрецов света. Наложи это заклинание на жрецов. Позволь моим возлюбленным забытым убить их. А когда все будет кончено, я вознагражу тебя за твои усилия.
Если без света твоей любви. Аркей, защити меня! Во имя света! Во имя... Аркей, спаси! Аркей, защити меня! Нет. Благослови этих несчастных, он чтобы жжет. Они могли уснуть. Во имя света! Во имя света! Аркей, спаси, спаси меня, лорд! Он должен за... Нет! Во имя света! Во имя... Во... Аркей! Что? Нет! Аркей! Нет! Аркей! Во имя света! Тьма, что окружает моих последователей, вновь совершенна. Забытые могут опять погрузиться в свои страдания. Возьми мое кольцо. Пусть оно несет боль тем, кто желает ее тебе. Намира благословляет тебя.